Так, всех приветствую, ребята. Я поработала без вас. Стены я уже сделала. Сейчас. Пойдем. У меня основит два в одной. Сейчас мы с вами над дверью, потом сделаем вот тут под дверью. И потом пойдем большим шпателем, будем выравнивать стену, ту основную, которая плохая у нас с вами. Я ее уже зашкурила дым коромыслом, тут все запылила, начальство поругалось. Вот сразу дало мне задание вот занавесить входы в комнаты, в кабинеты. Значит, что я делаю? У меня косметический ремонт коридоров. В чем он заключается? В том, что надо подмазать все, что отвалилось, обветшало, и покрасить. Все. Потом ставят двери. Одну дверь уже сейфовую еще не поставили. В кабинет у меня не было. Я пришла часа в три. Значит, как делаю? Расшиваю щели, грунтую и добавляю тут гипсокартон. И добавляю туда вот гипсовую шпаклевку. Предыдущая маляша не знала принципы маляра, и у нее утолщенные кромки. Сейчас еще добавлю ко швам. Ой, у меня еще ее толстые кромки. Сейчас быстренько с вами сделаем и пойдем туда. Над той, где проем там зашитый, та стена большая. Я уже взяла большой шпатель. Тут потолок не красится, поэтому мне надо будет его или отвести скотчем, или держать шпатель, когда буду красить. Ну, сейчас пока с щелями поборемся, а потом уже будем все остальное делать. Мажу вдоль и поперек крестом. А то вам не видно. Я вам просто говорю. Вот так. Ну, если что, тут смогу зашкурить. Так, смотрим сюда, ребята. Вот так ставлю, два пальца сзади и поперек снимаю. Сейчас с вами отшпаклюем вот это место. Я его уже зачистила и прогрунтовала. Здесь был кусок гипсокартона, кто-то выбил часть стены. У меня шпаклевка основит, два в одной. Это гипсовая, вот. Очень хорошая марка, я ее полюбила, не реклама, просто из опыта я вам говорю, что марка хорошая, доступная. Что на балконе я делала цементными шпаклевками двумя видами, что сейчас я двумя видами работала недавно совсем гипсовыми шпаклевками. Вот это у меня два в одной, она совмещает в себе стартовую, до 5, ее от 2 до 5 миллиметров можно наносить. Ребята, беру шпатель, у меня Анза. И 10 сантиметров. Оба нержавеющие, Анза 35. Ставлю вниз и вот так тяну вверх. Снимаю. И вверх. Потом бок. Добавляю шпаклевку вот так. Ставлю два пальца. И тяну.
Вот так. У меня была тут штукатурка Teplon Unis Bella Gold. Она со стекловолокном. Она армирует поверхность. Не дает образоваться трещинам. Дает слой. И цвет у нее белый. Одни преимущества. Шкурится отлично. Я одевала намордник 3М полумаску. Фильтры предфильтры. Коричневый у меня был ободок у фильтра. Все было хорошо. Вот так. Заглаживаю контур. Так, ребят, сейчас идем с вами. Где еще я тут не прошлась? Тут я прошлась. У меня вот с этой стороны. Пойдем на другую сторону. Так, шпатель 35 и 10. Основит. Два в одной. Гипсовая шпаклевка. Вот у меня кусок был выбит. Я его вчера заштукатурила. С утра я его зашпаклевала. С утра я его зашкурила. Шкурительной своей машиной штурм ручной, потом прогрунтовала, а сейчас мы с вами наносим шпаклевку. Видите, один кончик у меня рисует. Я перевернула шпатель, и тогда все стало хорошо. То есть он где-то у меня упал. Делаем круглую форму нашей латки. Так, ребят, вот здесь. Идем до низа. Подкладываем. Вот так. И снизу вверх тянем. Вот так. Так, здесь я все намазала. Здесь вот так. И вот так. Так, осматриваю помещение. Так, мне вот над входом надо. Пойдем, ребята, над входом сейчас намажемся. В двух местах. Поклюю. Тут была сетка.
Ой. Ой-ой-ой.